рифмой по жизни литературному объединению «Серпейка 65». Поздравления местные прозаики и поэты принимали в здании городской центральной библиотеки. Связала нас крепко одною судьбою, поверивши снова. В литературном объединении «Серпейка» сегодня 45 авторов. У каждого за плечами большой жизненный опыт и основная профессия. Любовь Кочеткова – филолог, Александр Егоров, Александр Ларин – военнослужащие, Валерий Турлаков – пенсионер, Раиса Кудрявцева – учительница, Татьяна Гордон – журналист. Магия словоплетения помогает им жить ярче. Я очень рада, что поэзия в нашем городском округе перекладывается еще и на музыку. Сегодня в зале находятся не только поэты нашего городского округа, находятся библиотекари, находятся музыканты, находятся сподвижники, барды. Тот, кто несет культуру в массы, тот, кто несет вдохновение в массы, тот никогда не теряет ни на что надежды. С творчеством местных поэтов земляки знакомились на протяжении многих лет, прежде всего благодаря газете «Серпуховские вести», на страницах которой в рубрике «Серпейка» регулярно выходила подборка стихов. На протяжении многих лет авторы литературного объединения участвуют в общественных и культурных мероприятиях Серпухова, встречах в школах, детских учреждениях. Поэты «Серпейки» – дипломанты всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Его бессменному руководителю Александру Ларину и самым активным его авторам за вклад в сохранение культурного наследия городского округа Серпухов вручили благодарственные письма главы администрации и Московской областной думы. Конкурсы многие никогда не останавливаются на достигнутом, как бы жаль. Виновников торжества поздравили сотрудники администрации, коллеги по творчеству. Общее пожелание, чтобы «Серпейка» молодела начинающими поэтами.